Друзья, свежий выпуск, не поверите, кому посвящен, попробуйте угадать, правильно, моему лучшему другу Геннадию. Дорогой Геннадий, одного не пойму, как ты мог лучшего друга променять на какую-то лошадь, коня позорного? Непонятно мне, непонятно, но да бог с ним. Сейчас в отпуске. Заеду, как ты приглашал, к тебе на родину. Поедем на катере твоем, погоняем по реке, половим рыбку, посидим, отдохнем. Ну что, друга-то, работа-работа, а друга забывать нельзя. Стих вот приготовил про лошадку тебе. У Евгения лошадка с черным чубчиком. Огонь. А в народе эта лошадка просто охреневший конь. Делайте выводы, друзья.